Это первый день выставки ProDexpo 2020. Мы продолжаем общаться с ее участниками. Станислав, вы написали книгу. Расскажите, пожалуйста, о чем она. «Сотовая стратегия в экономике для губернаторов России». Книга претерпела уже 40 изданий. Очень успешно. Последним, кому вручил я ее, это на Гайдаровском форуме экс-президенту Франции Николя Саркози и президенту ныне действующему и здравствующему, это Тарсану Миниханову, ну а также ряду губернаторов. Поэтому, значит, книга имеет определенный успех, особенно после заявления губернатора Татарстана Миниханова, когда он на деловом ужине сказал, что такая книга должна быть на столе у каждого чиновника. Но помимо книги вы еще и экспонент, вы представляете какую-то продукцию, правильно? Вот сейчас вы пришли с фунчозой, расскажите, пожалуйста, в чем ее особенность, немножечко о ней поподробнее. Значит, это очень интересный товар. Вот я хочу показать. Значит, фунчоза из Омска. Почему? Потому что в Омске компания «Пекарев», и здесь находится генеральный директор, значит, «Вишня» Юрий. Он тоже после меня пусть сделает более развернутый доклад. А я хотел бы сказать только одно, что сейчас это российская фунчоза, выпускается в Омске. Подробности ингредиенты расскажет генеральный директор. Но это, значит, для всех любителей фунчозы, а за последние несколько лет появилось даже огромное количество ресторанов, которые предлагают, значит, этот питательный и своеобразный продукт. Поэтому, значит, еще раз хотелось бы представить Юрия Вишню, который находится здесь и готов следом дать интервью и более подробно рассказать. А я обязательно целую главу посвящу этой компании «Пекарев» в своей книге «Сотовая стратегия для губернаторов России». И более освещу подробно уже с научной точки зрения про фунчозу. Станислав, спасибо огромное. Вы не переключайтесь, мы вернемся к вам вскоре с новыми гостями. Куда я можно положить?